На реках Гомельской области распачался уздым воды. На некоторых до небеспечного узровня застается несколько десятков сантиметров. Первое весновое потепление так само привело до разбурения и расставания льду. Однако это не стримливая аматора у зимовой рыбалки. Ганна Каральчук с подробязностями. Вратовальники попереджують, упартость у жаданні подолжить сезон зимовой рыбалки может привести до трагедии. А пошний весновый лед самый небезопасный. И с каждым теплым днем он становится больше тонким, а рызика больше высокой. Але заузятых рыбаков это не спиняє. Для многих рыбная ловля – любимый заняток у житті, от якого яны не могут отмовиться, навод для уласной безпеки. З льоду их не смогли прогнать ни довольно мощный дождь, ни парады вратовальников. Яны сподіваються на свой опыт и уверены, что их беда – обыдя. Никто не знает, где здесь бьют ключи. Никто не знает, где он прорастал больше, где меньше. Где-то уже лед здесь достигает меньше 5 сантиметров толщины. Да? Соответственно, в любой момент человек, который идет, значит, по льду к одной или к другой своей лунке, которую он сверлит, он может провалиться. Вот. Оказать помощь? Я не думаю, что кто-то из этих людей сможет оказать помощь. Почему? Потому что у них у самих нет спасательных средств. Абсолютно не дорожат своей жизнью. Или им плохо живется, или у них дома какие-то проблемы. И они вот находят утешение вот в этом. Рыбаки различивают только на удачу, а супрацовники освода что день дежурят на водоемах. По их словам, полохая навод не то, что люди выходят на лед, а то, что не клопотятся про уласную безпеку. Рыбакам нагадываются о правилах оказания первой допомоги и техничных сродках, которые заусёды повинны быть побач. Это и концы Александрова, и просто вяровка с грузом, и разностайные загвастки, которые допомогут человеку самостоятельно выбраться из лунки, коли он провалится. И обовязково вратовальная камизелька. Супрацовники освода за зимовый период попередили свыше 600 несчастных выпадков. Однако лик сумной статистики все ж таки открыты. Утонуло 3 человека, в том числе один несовершеннолетний. 2 это рыбаки, которые провалились под лед и утонули. И еще один рыбак в Речицком районе погиб от переохлаждения. Поэтому всем необходимо быть очень осторожным и по возможности не выходить на лед, помня о том, что это может привести к трагедии. Весновый лед небезопасный не только для рыбаков. Детячие гульни каля водоемов так само могут привести до несчастных выпадков. И хоть год за годом детей на леде появляется все меньше, батькам варто заставаться пильными, не покидать их без нагляду и растлумачить всю небезпеку выходу на тонкий лед и гульню поблизу рек. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».